Пойдем за мной, я покажу тебе чудо. А перед просмотром советую вам заглянуть на канал Game Attention. Здесь вы найдете много интересных роликов на игровую тематику. Парень делает реально качественные видосы, можете проверить и нажать на красную кнопку. Ссылка будет в описании. Ой, привет! Я забыл, как играть! Казадой! Помоги, поможешь? Нет. Добрый день, мы продолжаем играть в Oxygen Not Included. У нас опять проблема. В прошлой серии также начиналось, у меня дежавю. В смысле, какого хрена? У нас завалило. Как так? Что мы делали в прошлой серии? Мы строили систему энергосолнца. Да, я пытался здесь что-то со стеклом промудрить, но в итоге все завалило. Опять что-то тупое. Самое интересное у нас вот здесь. Давайте, ребят, открываем дверь. Если вы помните, мы собирались сделать вот так. Вот эту штуку, которая сделает нам удобрение, мы переставим вот сюда. Поставим здесь собиратель, поставим здесь проводок сюда, здесь стоять будет склад, все будет автоматически. База будет автоматической, умной, она будет думать вместо нас. Мне кажется, это даст плоды, потому что сам я думать не могу. Ребята, вы что-нибудь можете сделать? Алло, казадой, антидой, вас трое дубликантов бездействуют. Ребята, у вас работы куча, две кучи. Вот, нужно построить штуку. Медная руда у нас есть, да? Да, есть. Ну? Кого ждем? Салфетка, алло. Стоп. Мне в комментариях писали очень важный совет. То, что не надо пить алкоголь, иначе вы будете как алкаш. Это во-первых. Во-вторых, где у нас салфетка? Кто-нибудь, вообще кто-нибудь, кто ничего не делает? Вот, пусть будет Роберто. Идти, показать, снять... Как? Тут как-то можно управлять дубликантами индивидуально. Как? Сделать это... Мы видим, что Роберто пытается идти по белой линии. У него это хорошо получается. Но как эту белую линию настроить? Он идет куда? Сюда. Зачем? Я хочу, чтобы ты шел сюда. Роберто, как мне... Алло, Роберто! Он запутался в жизни, он не понимает, что делает. Он поднимается, спускается. Что ты делаешь? Ура! Салфетка, наконец-то ты пришла сюда! Давай, давай, строй. Рыбке нужен корм. Рыбка уже умерла. Появилась маленькая рыбка. Хотя бы тебя я не должен потерять. Пожалуйста. О, боже мой. Что с вами, пуфики? Ой, приночники. Ты куда бежишь-то? Смысл тебе тут бегать? У нас нефть скоро закончится, и здесь керосин капает. Какого хрена здесь капает керосин? Ребята! Быстро взяли, вытерли керосин. И этот керосин. Невозможно. Спасибо за помощь. Опустим этот насос вниз, и нефть не будет опять кончаться. Все, я умный. Они наконец-то построили кормушку. Надо же, боже мой. Паку, паку. Малек паку. Так, паку и малек паку. А скорлупка пойдет ко мне в карман. Быстрей. И мясо. Лео вот у нас бездействует. Интересно, почему? Строительство. 7. Высокий приоритет. Лео инженер. Вот он, Лео инженер. Он у нас бездействует. Я приказал ему строить лестницу. Лестницу строить можно здесь. Но Лео бездействует. Ему насрать на все. Он бездействует. Почему, Лео? Воздух в кислороде есть, все работает. Путь не загорожен. Можно легко пройти туда, куда тебе нужно. Дебух over tangle not all or me. Что это значит? Давайте забудем пока про это. С этим all or me. Давайте вы мне напишите в комментариях, что такое дебух for all or me. Мне сложно. Я не знаю, как справляться с этим керосином, который здесь выкапывает с какого-то хрена каким-то образом, но, скорее всего, потом нам придется ставить фильтр для воды. Есть такой? Фильтр жидкости, вот. Поставить фильтр, и чтобы керосин он отсеивал. Да, все, так и сделаем потом. Но это потом, алкаш. Ты тоже говорил, я потом брошу пить. И в итоге что? Ничего. Улетает он просто куда-то. Каждый день от бутылки водки. Все, мы начинаем работать с этим местом. Синтезатор удобрений. Ставим сюда. Все нужно сделать оперативно, поэтому нужно не тупить. Вряд ли получится, но я попробую. Труба. Готово. Электричество. Готово. Хватальщик, который будет хватать ресурсы. Ты у нас будешь стоять вот здесь. Конвейерный погрузчик мы сюда поставим. Потом будет конвейерный рельс. Идти вот здесь. Конвейерный разгрузчик. Все, подрубили. Нормально. Вроде пока все правильно. Лео. Беги, работай. Как там дела со стеклом, господа и дамы? Вы мне писали, что я даун. Я опровергаю, ведь я смогу сделать стекло. Пам-пам-пам-пам.
Спасибо, я понял. Салфетка, ну почему? Салфетка! Ты стоял, бездействовала. Ты умеешь делать все в этом мире. Все умеешь делать. Ты по своей природе бездействовать не умеешь. Ну, пожалуйста. Кто нассал? Алкаш вообще строитель. Ну, нихера не строит. Все, я запутался. Игра меня обманывает. Она из-за того, что я долго не играл, я забыл, как играть. Либо дубликанты сговорились и хотят меня вывести из себя. Я, значит, вам тут устраиваю прохладное обитание. Все нормально, прохладно. Прохладно, твою мать, прохладно! Реголит, 200 градусов. Почему ты здесь? Тут что, ну как это понимать? Ну, моя база уничтожается. Ребята, лесенку. Вот здесь должны быть лесенки. Пожалуйста, не убивайте. В смысле недоступно место строительства? Какого хрена? В смысле? Почему? Все заваливается! Да ну нахер! Я отказываюсь так работать. Долой солнечную энергию, она не нужна нам. Все, я отказываюсь от этого. Я не могу даже стекла поставить, моя система не работает. И здесь все завалило. Я отсосал сам у себя, можно считать. Мне вот интересно, чем они занимаются? Ты-то понятно, да, все, пришло время. Но вы! Вот кто ты, куда ты? Что ты делаешь, это думаешь важно? Из этого они построили только кусочек на углу. Как? Как вы так работаете? Чем вы занимаетесь? Ребята! Повреждение перегрев, я сделал его и... Он должен быть сделан из золота. Я даун. Ой-ой-ой-ой-ой! Я понял. Все, ребят, все, все. Можете не писать в комментариях, что я отсталый. Можете не писать, что я... Долго дохожу до того, чтобы не стать отсталым. Я даже сказал это как отсталый. У нас всего лишь два свободных экзокостюма. Включаем третью. А здесь вниз мы выключим одну, потому что она здесь, в принципе, не требуется выключить. Найс. Все. Потому что у нас возможность выбежать отсюда имеет только два дубликанта, поэтому работают только двое. А я думаю, чё я тупой, то ли лыжи не едут, то ли... Как там говорится? Надеюсь, вы поняли, в чем проблема была. Ё-моё, это же элементарно. Теперь это дело пойдет ходом, да? Теперь нас трое рабочих, а не двое. Да, из восьми. Найс. Классно. Решил проблему. Нужно как-то это все менять. Все эти штуки нужно переставить в другое место, потому что, например, вот сюда мы бегать не можем. Здесь холодно. Хе. Так. Ну ладно, я понял. А вот сюда бегать можем. Здесь тепло. Ну, обжечься можно. Черт. Все-таки я не тупой. Хм. Ладно, я тупой. Построим еще один док из костюмов. Да, будет 4 штуки. Повысим производительность нашей базы. Все, док, еще один. Ставим. Газ, подводим, труба, вперед. Нам кислород хоть хватит, чтобы все это запитать. А то, блин, дышать нечем будет. 1400, в начале серии было 1100. Все идет к лучшему. Я развиваюсь, наконец-то. Доставить экзокостюм. Наконец-то, ребята. Все, теперь вы четвером работать можете. Ой, неужели я все последние серии играл так с этими двумя дубликантами? Я бы до 221 цикла мог бы чуть больше сделать, чем сейчас, если бы вот этой херни вот не было. Как говорил мой дед, база умная, но Сергей тупой. Чё я сказал вообще? Господа, мне в идею пришла еще одна интересная идея. Вот это у нас нефтеперегонная установка. И как бы природный газ отсюда просачивается рано или поздно, когда-нибудь точно. Но вот эта штука, она же как труба работает. И в нее газ не просачивается, по-моему, она как стена работает, да? Смотрите, в чем прикол. Мы можем сюда поставить нефтеперегонную установку и подвести сюда трубу. И наши дубликанты, вместо того, чтобы ходить через дверь, будут просто просачиваться сюда, когда им надо, и обратно усачиваться отсюда. И никакой газ ниоткуда не будет выходить. То есть таким образом можно сделать полностью герметичную систему с комнатами для всех видов газов. Офигеть, вот это я додумался. Я решил построить еще один док экзокостюмов здесь. Твою мать, очищенный металл, 100 килограмм не хватает. А у нас сколько? Вот же сотка. Вот сотка лежит, возьмите. Ну? Ну? Как так? Стоп, в чем ваша проблема? Где железо? Куда вы железо дели? Здесь 600 килограмм железа. Но мы не можем его отсюда взять. Почему-то. Лео, Лео, не разочаровывай меня. Лео. Все, да, Лео! Все, ушел быстро отсюда, закрыть дверь. Куда ты попал? Не надо здесь тебе быть. Че встал? Че ты встал? Куда ты идешь? Нет, Лео! Где он? Ты куда ты идешь? Закройте эту дверь. Все, валим. Нет, 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 алкаш. Я понимаю, ты набухался, но какого хрена ты здесь делаешь? Что, вот почему здесь так интересно вам? Вы че? Я не понимаю. Как так это работает? Быстро, наука. Да почему я не могу сделать? Вот он, железо.
Очищенный металл. Забронировано для выполнения работ. Каких работ? Чё вы забронировали-то? Не все стоят, ждут. Потому... Как? И это я не могу поставить, потому что дурачок. Я заблокировал себе просто все возможные действия. Твою мать, они просто научились ходить мимо! Вы сгорите сейчас все и замерзнете. Все, первый обжегся. Господи, наконец-то! Как это было долго! Провод. Опять железо требует. Оно кончилось у нас уже. Я, блин, сейчас так газ весь подключу сюда, и мы не сможем дышать. Уже 1300, а было 1500. Проблемы начинаются. Ты посмотри! Почти готово! Ну-ка, секундочку. О да! Все получается. Ты будешь погружать сюда агрокультуру. Смотри! Все автоматизировано. Так, и эти все штуки... Короче, погружай сюда все. И теперь все наши ресурсы по транспортной системе будут потихонечку течь. Разрешить ручное управление. Что это значит? Разгрузку нужно выполнять вручную? Так, все, он забит. А если галочку убрать? Все, он забит! Он не... Так, кто-нибудь, помогите. И тут забилось. Засор. Вантус есть? А что за говно? Где мои норники? Почему у меня осталось всего 2 хатчика? А, у них же еще и период жизни заканчивается. Они же умирают. Черт. У меня всего 2 осталось. Получается, популяция хатчиков может быть уничтожена из-за меня. Ладно, это сейчас не важно. Мы должны достроить вот это. Ничего не работает. Ай, как... Какая пакость произошла? А эта херня еще требует доставки материалов в фосфорит. То есть он... Подождите, стоп! Меня что, меня обманули? Меня обманули, походу. Требует фосфорит, земля, электричество... Я поставил его сюда с надеждой на то, что все будет само. А в итоге я даун. Получается, в этой серии я сделал что полезного? Построил док из костюмов и покормил рыбку. Ну что, Казадой, как ты думаешь, удалось мне сегодня показать всем, что я сверхразум? Нет. Ладно, давайте сегодня на этом закруглимся. Мы с вами... Ну ладно, вы умные, я тупой, договорились. Пытался сделать умную базу, в итоге... Ну, конечно, на фоне меня она смотрится умной. Да? Рыба. Ну что, спасибо, что ли, вам за просмотр, ребят. На экране появилась кнопочка, на которую вы можете нажать и посмотреть наш предыдущий ролик с Никитосом по рафту. Пишите там советы, хотя мне вряд ли что-то поможет уже. Но, как говорил мой дед, Надежда умирает последней. Поэтому нам нужно будет взять 9-го дубликанта, назвать его Надеждой, и она все-таки последней и умрет. Удачных вам выживаний, всем пока.